В Саратове состоялось великое освящение храма святых бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. Новая церковь была построена всего лишь за 1,5 года, а свидетелями торжества стали наши коллеги. Храм во имя святых бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана располагается на территории, прилегающей к Саратовской областной клинической больнице. Строительство его началось в феврале 2016 года. И возводился он по программе строительства 20 православных храмов в городе Саратове на средства благотворителей и частные пожертвования. Утверди, Господи, церковь. 30 сентября в субботу по Воздвижении, день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил великое освящение храма и божественную литургию в новоосвященном храме. Только от нас зависит, будет ли этот храм просто местом, куда люди мимо идущие будут заходить на всякий случай, ставить свечку и перекреститься, или же это будет действительно место селения славы Божией. Это действительно будет место, где люди будут встречаться с Богом. А что значит встреча с Богом? Она происходит в таинствах. Мы приносим сюда в храм своих детей, крестим их, миропомазываем. Мы приносим своих покойников, провожая их в последний путь. Мы приходим сюда, приводим сюда своих детей для того, чтобы церковь благословила их брак, их совместную жизнь. И, наконец, мы, самое главное, участвуем в жизни церковной через исповедь и причащение святых христовых тайн, которых мы невидимо, но сущностно соединяемся с самим Христом.